Сегодня Ульяновская область отмечает, как и вся Россия, День государственного флага. Сотни жителей Ульяновской области собрались на площади Ленина, около Дома правительства. В праздничном мероприятии приняли участие представители органов власти Ульяновской области и города Ульяновска, политических партий, трудовых коллективов, предприятий и организаций, жители и гости города. Всего более 3000 человек. Полотнище государственного флага Российской Федерации размером 40 на 6 метров вынесли волонтеры. За ними проследовали почетные граждане города Ульяновска, представители региональной книги почета «Герои Малой Родины» и активные представители общественности. На самом деле патриотизм – это не просто речи, это не просто ходить с флагом, это не просто знать гимн, это что-то делать, это действовать, это и каждый день изменять и влиять на нашу страну, чтобы она изменялась к лучшему. Шествие завершилось торжественным митингом на площади столетия со дня рождения Ленина. Под звуки государственного гимна российский флаг был поднят. В ходе митинга перед горожанами выступили руководители области и города, представители общественных объединений. Под трехцветным знаменем России, дорогие друзья, а также под небесно-бело-золотым флагом Ульяновской области мы воплощаем в жизнь свою заветную мечту. Мы строим экономически мощный регион. Я сердечно благодарю всех вас за вашу веру, за ваше упорство, за вашу преданность и терпение, за талант и мастерство. Впервые в День государственного флага губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил сертификаты гражданам, которые внесены в региональную книгу почета «Герои Малой Родины». Среди них оказался и краевед, бывший сотрудник «Ульяновской правды», активный общественный деятель Евгений Александрович Шурмилев. Для меня, как краеведа, любой праздник, неважно он старый, давнишний или молодой, важен. Участвую во всех мероприятиях, проводимых у нас в Арыжском районе. Всегда на дне флага я там тоже присутствовал, но сегодня вот впервые я там не буду, я здесь. Но флаг это символ нашей страны. Как же не гордиться, что есть такой праздник. Но на этом праздник не был завершен. Многочисленные тематические праздничные программы сегодня пройдут во всех парках и скверах Ульяновска и области, где выступят творческие самодеятельные и профессиональные коллективы. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.